Связь хорошая. Добро. Назначаетесь ответственным за завершение операции «Фарватер». Ковальский с отрядом «Скат» будет вам содействовать. Доложите текущую ситуацию. На данный момент удалось получить документы об экспериментах на территории зоны. Кроме того, к нам пришел «Сталкер», который побывал на ЧАЭС. Кличка «Стрелок». Он готов с нами сотрудничать. Есть. Я получил достоверные данные, сведения от стрелка только подтверждают их. Вертолеты были поражены аномалиями, расположение которых изменилось во время выброса. Это не было учтено при составлении карт перед операцией, поэтому десант и погиб. Теперь учтем. Значит, у нас есть время до следующего выброса. Вас со сталкером подберут на точке Б-28. Группа «Скат» эвакуируется с вами. Вертолеты уже поднимаются в воздух. Конец связи. Ну что, бойцы, все уловили? Слушай мой приказ. В пути не расходиться. Держаться группой. Сталкера беречь, как зеницу ока. Вопросы есть? Ну и отлично. Готовимся к отправке. Майор, можно тебя на пару слов? Отряд, выдвигаемся! Там в здании около десятка зомбированных. Бойцы, уходим влево. Прикрывайте друг друга. Пять знает, что мы здесь. Надо двигаться быстрее. Отряд, бегом! Влепил, скотина! Впереди еще зомби! Бей их! Так тебе! Получил? Получи, скотина! Давай в арку! Скушал мы
пальчик. Я его прищучил. Где вы находитесь? Мы на подходе. Мы не можем ждать. У нас приказ. Если нападут, будем взлетать. Противник. Пристрелю. Вас понял, ребята. Постараемся успеть. Всем быть начеку. Приказы выполнять мгновенно и четко. Мы в двух шагах от точки эвакуации. Пошли! Нет времени. Всем проверить оружие. Огонь открывать без команды. Не останавливаться! Бегом! Это монолитовцы. Бойцы, патронов не жалеть. Выбор цели свободный. Продолжать движение к вертолетам. И последний рывок. Тебе конец!